Columbia Pictures и Bibigon Pictures представляют. А представляете ли вы? Это история о бедной маме-рыбачке и ее неудачнике сыне Томасе. Что-то рыбу не ловит, что вам жалко. Один единственный сын у меня есть хороший. И то балбес еще тот. Эх, и лук у него. Все, и рыбу все равно не ловит. Итак, однажды Томас прогуливался по попугаевому саду. Он был самым крутым лучником из всех детей. Но все дети его подкалывали и говорили, что он лузер, и что он никогда не сможет попасть в голову попугая, потому что он полный неудачник. Кто неудачник? Ага! Лошара! Лошара, да ты стрелять умеешь! Вот так вот был награжден Томас за свой меткий выстрел. После того, как Томас получил неславных пиздю пип, его попросили поставить попугая обратно на место. Поставь его на место! И храбрый Томас залез на высокий шип и поднял попугаеву голову. Да, сына, да. Мама, что мне делать? Кажется, тебе крантых. Как видите, все получилось ништяк. Хотя думали, что маленькому Томасу кранты. Властью данной мне, хрен знает кем, посвящаю тебя в ученики генерала. Будь бодрячком, пацанчик Томас. Спасибо. Много прошло времени, мало ли, но наш Томас подрос. Он участвовал во многих войнах, а также и в Ливонской войне. И за что Томас был награжден званием знаменосца! Бодрячком, Томас, флаг тебе в руки! И вот он стал такой крутой. И после этого Томас еще где-то на флюгере торчал. Молодой человек, у вас ус отклеился.